Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и я держу в руках два поляризатора. Если их скрестить и наложить один на другой, видно, что свет через такую систему практически не проходит. Но возьмем третий поляризатор под углом 45 градусов к этим двум и поместим его не сзади и не спереди, но между этими двумя поляризаторами. И видно, что теперь часть света проходит через систему. В чем же тут дело? А дело в том, что первый поляризатор пропускает вертикально поляризованную волну. Второй поляризатор берет от этой волны то, что проецируется на его ось, повернутую на 45 градусов. А третий поляризатор точно так же поступает с тем, что пропущено вторым поляризатором. Так что часть света через эту систему все-таки проходит.